Казахстан. Страна с необыкновенно богатой историей, удивительной природой и уникальной культурой. Пустыни, степи, леса, горы, реки и моря раскинулись на огромной территории, занимающей 9-е место в мире. Команда телевизионной программы «Большая страна» преодолевает 1000 километров дорог, складывает из отдельных пазлов яркую мозаику – неповторимый облик нашей Родины. Каждый город можно представить в образе человека. Например, Астана – это легкоатлет-олимпиец, который берет высоту с разбега все выше и выше, строя свои небоскребы и грандиозные планы на будущее. Есть города спокойные и мудрые, тихо сидят себе в кресле-качалке, читая книгу, и вспоминают свое богатое прошлое. Некоторые военные в отставке, другие же потомки купцов. А наша команда проекта «Большая страна» села в автомобиль и отправилась к одному очень известному и успешному коммерсанту-миллионеру в город Шымкент. Если вы находитесь в Шымкенте, то обязательно посетите этот памятник. Такого второго больше нигде нет. А в чем заключается его уникальность, мы расскажем в конце программы «Большая страна». Мы начинаем. Ну, привет, солнечный Шымкент. Мы знаем о тебе многое. Ты третий по величине город страны, а также один из крупнейших промышленных и торговых центров республики. Находишься рядом с такими странами, как Кыргызстан и Узбекистан. И чтобы добраться до тебя, нам пришлось преодолеть почти 1500 километров от Астаны. История твоя вмещает 8 веков. И пережив в прошлом набеги и завоевания, ты с высоко поднятой головой гордо удержал свой статус главного города Южного Казахстана. Настало время познакомиться с тобой поближе. Поверьте моим словам, ни на просторах интернета, ни у старожил города вы не узнаете подробную и правдоподобную историю, кроме как в музее, который находится по адресу проспект Байдыбек Би, 115А. Добро пожаловать в Южно-Казахстанский историко-краеведческий музей, который совсем недавно сменил место прописки. Почти 100 000 экспонатов теперь хранятся в новеньком двухэтажном здании с оборудованными залами и просторными хранилищами. Но не будем забывать о том, что сам музей открыл свои двери еще в далеком 1920 году. Тогда он назывался Чимкентским педагогическим музеем и педагогической лабораторией Сардаринского областного отдела народного просвещения. Ну а главной задачей музея было снабжение школ города учебными пособиями. На сегодняшний день 4 зала расскажут об археологии, этнографии, казахском ханстве и независимом Казахстане. Посещать музей можно с 9 утра до 6 вечера ежедневно, кроме понедельника. Первым делом мы решили посетить зал современной истории. С 15 февраля 2018 года в Южно-Казахстанском историко-краеведческом музее стартовал выставочный проект библиотеки первого президента Республики Казахстан Елбасы Назарбаев «Общество, эпоха, личность». У жителей города Шымкент будет возможность посетить данную выставку до 20 мая. Выставочный проект демонстрирует историю жизни, деятельности и политику нашего президента, его вклад в развитие республики. Проехав 1500 километров и оказаться в кочевом жилище, я представила, как наши предки отдыхали после долгого путешествия. Это и правда лучше, чем современные хостелы, гостиницы, 5-звездочные отели. Здесь отдыхает не только тело, но и душа. Кстати, мы находимся в юрте первого казахского бойца, самого Кажымукана. Первый казах, завоевавший известность в международных чемпионатах, когда-то жил здесь. Работники музея говорят, что это была своего рода гастрольная юрта, которую Кажымукан Мунайтпасов когда-то подарил друзьям, а те, в свою очередь, передарили ее в фонд музея. С уверенностью могу заявить, что это самый удивительный экспонат в истории программы «Большая страна».
Всех жителей и гостей нашего региона приглашаю посетить выставку «Назарбаев. Общество. Эпоха. Личность» в наш Южно-Казахстанский историко-краеведческий музей. Мы веселым теплым днем в зоопарк гулять идем. Посмотреть хотим скорей, мы на всяческих зверей. Входим мы через ворота и встречаем директора зоопарка Нургазы Бухарбаева, который с удовольствием согласился сопроводить нас. Ну, зоопарк у нас вообще признан в 1980 году был открыт путем, ну, так сказать, АСАРа. То есть без вложения государственных средств, но путем, ну, большого 54 завода в Шымкенте, они сложились и построили этот наш зоопарк. Площадь занимает у нас 30 гектаров, территория у нас. Угу. На экспозиции у нас 248 видов животных, 2500 особей. А еще нам рассказали, что зоопарк несет благородную и нужную миссию. Сохраняет виды животных от вымирания, разводя в неволе редких особей, занесенных в Красную книгу. Это своеобразная площадь Африки. Здесь люди могут прийти, сфотографироваться и пройти к вольерам животных. Отлично, давайте. Соответственно, здесь есть у нас зоны. У нас это бегемотник, у нас есть там зебрятник и жирафятник. Соответственно, там еще вот ряд копытных. В этой зоне Африки у нас будут находиться одновременно 9 видов африканских животных. То есть это как на природе сафари, там же ведь все ходят же вместе. Да. Все копытные жирафы, зебры, всякого вида, антилопы. Да. Ну, кроме хищников, конечно. Хищники у нас будут отдельно. Это самое высокое в мире животное. Таких красавцев можно встретить только в Африке и в местном зоопарке. Астана! Кива, Кива! Кива, Кива! И зовут его, между прочим, Астана. Какая красота! Гуляешь по зоопарку и слышишь вокруг птичьи трели, звуки природы. Заблудиться на такой большой территории можно запросто. Но для того, чтобы держать правильный путь, здесь установлены указатели. Для работников зоопарка есть свои правила. И самое главное из них – это запрет на пользование телефонами и другими электронными приборами, которые могут издавать резкие звуки. Они пугают и отталкивают животных. Намотав правила на ус и собрав всю волю в кулак, мы примерили на себя профессию работника зоопарка, тем самым исполнив детскую мечту. А сейчас опасный номер. Я буду кормить амурского тигра. Увидев в руках тазик с едой, животные понимают, что пришло время кормежки. Кушай, кушай. Сегодня у тебя пир. Они словно малые дети, бегут, сломя голову за угощением. Я хочу с такой же скоростью бежать от них. Благо, между нами преграда в виде вольера. Прррр, страшно-то как. Конечно, покормить тигров – опция не для туристов. Но даже без нее вы получите от посещения зоопарка приятные эмоции. Ну а завершающим пунктом нашей сегодняшней программы станет тот самый удивительный памятник, который мы вам показали в начале программы. Знакомьтесь, национальный герой Кабанбай-Батыр. Уникальность этого памятника в том, что это единственный в стране батыр без коня. Удивлены? До сегодняшнего дня вы, наверное, даже и не задумывались об этом. Но, как правило, все батыры в обязательном порядке восседают на верных скакунах и устремляют мужественный взгляд вдаль. Но не в этом случае. В следующем выпуске мы продолжим рассказывать об увлекательных и познавательных приключениях на просторах Южного Казахстана. Увидимся через неделю.